Так, здорово. Вот, в общем, как уже давно планировал, сделаю наконец-то небольшой апгрейд ноута сестры. Я уже давным-давно еще, не знаю когда, наверное, полгода назад еще купил запчасти некоторые. Ну, как я и говорил, я заменю процессор и оперативку. То есть оперативки добавлю и попытаюсь сделать в двухканале, чтобы она была. Вот. Уже давно хотел сделать, но ноут как бы ко мне в руки очень редко попадает. И в какой-то момент, я помню, даже забыл уже то, что у него DDR3 память. То есть я думал, у него DDR2 память. И, собственно, я тогда же купил DDR2 память. А потом оказалось, что у него DDR3. Вот. Это, кстати, к тому, что кое-кто там в комментах даже писал, что типа вот лох, он не знает, что у него в компьютере встроенная графика. Но опять же, я повторюсь, это не мой компьютер, и я его вижу там раз в несколько месяцев. Вот. Ну и, собственно, посмотрим на его производительность и характеристики в текущем состоянии. Собственно, вот здесь встроенная графика, Intel HD Graphics 2500, вот, 2 гигабайта памяти одной планкой, архитектура процессора и сам процессор, вот, Celeron 1000M. То есть у него частота 1,8 ГГц, 2 ядра и, ну, как бы, довольно слабый провод, естественно. И в отличие от того ноутбука, на котором я опробовал DDR2 память, здесь двухканальный режим уже, по идее, должен работать, потому что это как бы более современная архитектура, то есть это Ivy Bridge, это, ну, современнее, чем у меня Sandy как бы. Чтобы долго не затягивать с тестами, 5.8, 5.5, 4.8, 6.1. Бенчмарк, собственно, оперативки. Собственно, тут вот уже указано, что это одноканал, 1600 МГц память. Вот. Ну и, собственно, пропускная способность примерно соответствует одноканалу для такой частоты. Вот, собственно, вот такие вот показатели. То есть теперь, опять же, чтобы было побыстрее, просто оценка процессора, так сказать, в цифрах. 8500 баллов. Вот, ну и теперь характеристики видеокарты. Тут, по сути, нужно смотреть на транзисторы, число шейдеров, блоков растеризации и текстурирования и на пропускную способность. Хотя это, опять же, не самостоятельное значение, а производное. Вот, но тем не менее, оно в значительной степени как бы показывает мощность видеокарты. Поэтому вот, запоминаем 1400 миллионов транзисторов, 6 шейдерных блоков, 2,2 блока растеризации и текстурирования, вот, и 12,8 гигабайт в секунду пропускная способность. Ну, собственно, игра Life is Strange по современным меркам ни хрена не требовательная, но чтобы проверить производительность такого ноутбука и нагрузить его, ее хватает, причем даже на минимальных настройках. Все на минимуме, разрешение самое минимальное, я не помню, 800 на 600, по-моему. И тем не менее, все равно FPS он падает кое-где до 20 и даже 18. Так, ну теперь разбираем его. Полностью я, опять же, показывать не буду. Тут все, блин, элементарно. Откручиваем все болтики, которые только можно открутить. Снимаем все снимающиеся панели. Под ними тоже могут быть болтики. Их тоже откручиваем. И там, блин, там все элементарно, короче. Тут вот, да, одна ножка. Каким-то образом отклеилась. Ее я заменил, опять же, как обычно, линолеумом. Налепил на суперклей. Вот, ну, вот так, ну, вот, за 3 года, ему уже немножко больше 3 лет. И сохранился вполне неплохо. Так, ну вот, подкручивал все болтики, надо быть реально очень внимательным, потому что можно даже некоторые болтики не заметить, потом мучиться, блин, кош хера, оно не открывается. Вот, все болтики открутил, дальше уже все на защелках. Разбирал я его полностью чуть больше года назад, то есть после 2 лет с момента покупки, и за год использования он немножко, конечно, подзапылился. Но я, кстати, его давно уже не пылесосил, я уверен, пыли было бы меньше. Ну, кстати, вот, ну, не сказать, что прям пыли, завалы повсюду. Где система охлаждения, тут побольше. Так, в принципе, не особо много. Вот, ну и теперь осталось мать открутить. И, ну, собственно, вот болтики все откручены. Теперь поднимаем мамку. Да, тут, кстати, все довольно просто откручивается. Вот в предыдущем ноуте Acer, там все гораздо сложнее, блин. Вот, ну это все, естественно, нужно будет кисточкой прочистить, продуть, потому что пыли не особо много, но все-таки она есть. И, естественно, раз уж разобрал, нужно все почистить. Вот, да, теперь я все делаю на пленке. В прошлый раз многие там кукарекали, то, что я ноутом по столу вожу и царапаю его. Вот, ну и, собственно, вот мать. Тоже я все это разберу, подключу систему охлаждения. Мамку тоже продую, прочищу, и тут вот она немножко пыльная. Ну, вот она прошлогодняя термопаста. Ну, вообще не высохла, как бы даже по краям, вон она не каменная. Вот, ну, в принципе, за год как бы она и не должна была. Ну вот, система охлаждения, к счастью, оказалась разборная. Ну, верхняя крышка, это понятно, дело снимается. Тут он, кстати, пыли уже так, даже небольшой валенок. Вот, но он, кстати, мог бы выдуться пылесосом. И это причем я его пропустил, как бы то время, когда его нужно было продуть. Если бы не пропустил, то даже этот бы валенок не появился.
Вот, но это все тоже, естественно, продуть, прочистить. Собственно, сам кулер. Первый раз, когда я разбирал, я тоже не разобрался в нем. Но он просто снимается вот так вот. То есть его наконец-то можно будет смазать, потому что он уже немножко так шумит. Тут все прочищу ваткой и просто капну сюда силиконового масла. Так, ну и собственно теперь самое ответственное — это замена процессора. И менять я его буду вот на это вот. Celeron 1000M, двухъядерный, 1,8 ГГц, буду менять на i5-3210M. Собственно, это два ядра, 4 потока, то есть с гипертрейдингом. Ну, собственно, ноутбучные i5, они аналогичны десктопным i3, потому что у десктопных i5 гипертрейдинга вообще нет. И частота у него, я, честно говоря, не помню точно, то ли 2,6, вот не буду сейчас идти смотреть, если хотите, можете сами там посмотреть характеристики, а я лучше расскажу то, как я, собственно, его подбирал, потому что, естественно, нельзя же любой взять и всунуть, какой понравился. Вот, нужно в самом начале, естественно, смотреть на сокет, чтобы это было то же самое семейство, та же самая архитектура. Нужно смотреть на маркировку сокета, то есть там, я не помню, какая здесь, но я картинку там поставлю. Короче, должна совпадать сокет, тепловыделение, это желательно. Хотя вот я недавно наткнулся на видео этого PC Life Channel, там он тоже делал апгрейд ноута, и там он новый процессор взял с тепловыделением на 10 ватт больше, чем у старого, а про напряжение он вообще ничего не сказал, то есть, ну, он типа говорит, что ну, на 10 ватт больше тепловыделения, но он же не перегревается, то есть он там тесты сделал, то есть типа, ну, не перегревается, и значит все зашибись. Вот. Но то, что он не перегревается, это еще одно, а должны еще совпадать и напряжение, то есть нужно еще и напряжение смотреть. Потому что так он, да, он может и будет работать какое-то время, но тем не менее, из-за того, что у нового процессора больше напряжения, он требует больше напряжения для работы, соответственно, будет напрягаться сильнее и система питания, что, ну, как по мне, уже нежелательно. И, собственно, у этих двух процессоров полностью совпадает и ТДП, и напряжение, и, ну, сокет, естественно. Но у этого, как я уже сказал, характеристики на порядок лучше, и встроенная видеокарта у него тоже получше. Здесь HD Graphics 2500, а у этого то ли 4500, то ли 4400. И, как я смотрел по тестам, она даже GTA 5 тянет. То есть это встроенная графика. Ну, естественно, на минималках там все такое. Но, тем не менее, даже GTA 5 тянет. Соответственно, как я думаю, ну, Life is Strange, она должна тянуть вообще в легкую. Ну, собственно, посмотрим. Здесь замок. Тут даже интуитивно понятно. Прокручиваем в другую сторону. Запоминаем, где был ключ. Хотя тут на самом сокете указано. То есть вот стрелка в эту сторону. И вот, собственно, он старый проц. Здесь, кстати, по-моему, даже не написано нигде, то что это Celeron. Ну, хрен с ним, короче. И вот, собственно, новый. Ну, тут, кстати, тоже нигде не написано, кроме как маркером на самом. Так, вот он встал. Придавливаем, чтобы он не поднялся, и закрываем замок. Вот, собственно, все. Ставим систему охлаждения обратно, естественно, с термопастой. И вот, кстати, кооперативка. С оперативкой вообще повезло. Кстати, процессор я взял где-то за 1500, вот этот вот. И вот оперативка. Также 1600 МГц, два модуля по 2 гига. Вот этот вот комплект купил всего лишь за 650 рублей, офигеть. Причем у нормального продавца, я ее уже проверял, она работает. Вот, ну, ставить я ее уже буду потом, когда уже он собран будет, уже сейчас. Вот, ну и наносим термопасту. Ну, ничего не буду разравнивать, она и так сама разровняется. Вот, просто одеваем систему охлаждения и закручиваем. Так, ну все, прикрутил систему охлаждения. Теперь, естественно, нужно не забыть разъем питания от вентиляторов подсоединить. Вот, ну и дальше уже все просто, я уже все прочистил от пыли, теперь осталось только все собрать. Ну, теперь ставим оперативку, старая была это вот Адата, и вот новая. То же самое, тайминги 11, 1600 МГц, тут, правда, не написано 1600 МГц, но по скорости это понятно. Так, ну все, теперь решил полностью не собирать, ставить только самое основное, да, вот заглавный честер, и проверить, работает ли вообще он. Так, вроде все самое основное подсоединил. Да, тут всякие кнопки, тачпад, это не обязательно. Ну и теперь без батареи, потому что неохота ее вставлять, переворачивать. Вот, ну и, собственно, блять, хер там не включишь его так. Нужно кнопку питания-то вставить. Да, кулер, кстати, стал заметно тише. Так, явно слетел драйвер, потому что, ну, процессор и видеокарта, они же вместе идут. Да, установка программного драйвера. Ну, по идее, все должно работать. В принципе, все уже работает. Да, вот процессор он видит, видеоконтроллер. Так, мы сейчас подождем, драйвер установится, видеокарты. Обычно драйвер видеокарты самый большой. Потом, ну все. Перезагрузка должна быть вообще-то автоматически, или должно быть окно появиться. Ну вот.
Так, ну и дальше прямо в таком состоянии я его, наверное, протестирую, чтобы уже точно убедиться, что все нормально, и потом уже буду окончательно собирать. Так, ну и вот, собственно, новая встроенная графика. Я немножко ошибся. Я говорил 4400 или 4500, а здесь Intel HD 4000. Вот, два модуля памяти по 2 гига. И вот новый процессор. Да, здесь, опять же, я немножко ошибся. 2,5 гигагерца, а в бусте, по-моему, 2,8. Ну, в любом случае, это намного выше, чем было до этого. Явно что-то изменилось, я не помню, честно говоря, как было, но минимальная оценка была 4,8, и это была графика для Aero. Ну и остальное все тоже немножко изменилось. Собственно, да, тут уже тоже показывает, что это Dual Channel, и по тестам реально видно, что это Dual Channel, то есть двухканальный режим. Было около 10-12 гигабайт в секунду пропускная способность памяти, теперь больше 20 гигабайт в секунду. То есть здесь уже двухканальный режим есть. Это, естественно, охрененно. Ну, в принципе, я, честно говоря, был бы крайне удивлен, если бы его не было. Видимо, старые ноуты с DDR2 памяти, они его по факту просто не поддерживают, двухканальный режим. Потому что сколько я вот на двух ноутах я его тестировал, как бы, и нигде его нету реально. Производительность ЦП, то есть охренеть, видите, было 8500 баллов, теперь у нового процессора 17500, то есть в два раза мощнее. Характеристики встроенной видеокарты. Число транзисторов такое же, но все остальные характеристики уже изменились. То есть вот сразу видно. Ширина шины была 64 бита, стала 128 бит. Блоков растеризации столько же, блоков текстурирования в два раза больше. То есть было 2,2, стало 2,4. Шейдерных блоков было 8, стало 16. Ну и пропускная способность тоже в два раза больше. По идее, все это должно, естественно, очень положительно сказаться на производительности в играх. Так, ну вот те же самые настройки. И вот тогда падало здесь до 20-18. Сейчас ниже 30 я пока что еще не видел, а вот в таких местах тут выше 40 даже. Сами настройки, конечно, поднять вряд ли удастся, но хотя бы охота разрешение поднять до родного. Ну, для прикола попробуем вот так вот сделать. Ну, все равно, видите? Все равно вот здесь было около 20. Сейчас с такими настройками, ну, уже практически максимальные. Ну да, кое-где все-таки падает. Но все равно, сейчас тот же самый, по сути, FPS, хотя даже повыше. Но с гораздо более высокими настройками. То есть производительность видеокарты на порядок выросла. Самое главное, теперь картинка явно в 1000 раз приятней. Это все-таки не шутер, здесь не нужен супервысокий FPS. Ну, собственно, вот так вот. Итак, при более глубоком тестировании ноута выяснилось все-таки, что что-то не то. Казалось бы, все работает нормально, то есть вы сами видели, и тесты проходят, и игры идут, все нормально. Но периодически он выключается, то есть просто берет и выключается. Включаешь снова, а работает вроде нормально. Но внезапно, абсолютно внезапно может взять и выключиться, неважно где. Может выключиться в игре, может выключиться на рабочем столе, то есть два раза вот выключался на рабочем столе. Проверил оперативку на ошибки, оперативная память вроде как нормальная. Видимо, процессор все-таки несовместим. Вот, не совсем понятно, в чем дело. Я сам говорил про напряжение, но потом я еще раз посмотрел на характеристики. И как оказалось, ни у старого, ни у нового процессора не указано напряжение. Вполне возможно, у нового процессора просто напряжение другое из-за этого. Вот, еще, кстати, посмотрел, в каких комплектациях был этот ноутбук в продаже. И если посмотреть на все комплектации, ни одна из них не была с процессором ни i3, ни i5. То есть там были только целероны, пентиумы и все. То есть никаких i3 и i5 там не было. Вполне возможно, он действительно просто несовместим. Да, пипец, конечно, обидно. Вроде так все хорошо было, блин, и игры гораздо лучше шли, и все остальное, но все-таки нифига, то есть придется его снова разбирать и возвращать старый процессор. Ну вот, в общем, я вернул прежний процессор, но оставил новую оперативку. О, да, он уже работает с старым процессором уже больше часа, пока что не выключался, так что да, это, судя по всему, точно процессор был. Вот, я, кстати, посмотрел у нового процессора i5 там напряжение на порядок больше там. Я в AIDE вот сколько смотрел, там напряжение было 9 с чем-то вольт. У старого же процессора напряжение, то есть вот этого вот Celeron'а, 0,8 вольт. У нового i5 было 0,9 с чем-то. Так что напряжение у них действительно отличается, причем не сказать, что прям сильно, но отличается. Скорее всего, именно в этом и вся проблема.
Вот, но, кстати, я тут в конце уже вспомнил то, что я хотел еще тогда проверить. То есть, даст ли именно двухканальный режим увеличение мощности для встроенной графики? Потому что, по идее, именно как я тогда вот рассуждал, что если встроенная графика использует в качестве памяти оперативку, то если пропускная способность оперативной памяти благодаря двухканальному режиму возрастает, то и производительность графики должна возрасти. И действительно, ну, все остальные настройки остались, естественно, те же самые, но шина увеличилась в два раза. То есть, получается, и шина у встроенной графики, как бы, она не своя, а именно это просто удвоенная полоса пропускания оперативки. То есть, мы увеличили в два раза количество каналов, и поэтому ширина шины увеличилась. И, соответственно, пропускная способность, ну, видеопамяти тоже увеличилась в два раза. Вот, но на игры это, честно говоря, не сказать, что вообще хоть как-то сказалось, потому что вот те же самые настройки 800 на 600, и вот, по сути, тот же самый FPS, 20, 19 тут то же самое бывает. Ну, может, блин, на 1, на 2 FPS прибавилось, но это вообще ни о чем, то есть... Либо это остальные характеристики настолько слабые, что они как бы не дают возможности увеличившейся пропускной способности на что-то повлиять. 19 также. Не, конечно, как-то играть можно, но я надеялся хотя бы там, я не знаю, на 5 FPS больше будет. Ну, нихера вообще. Ну, собственно, вот так вот, блин. Да, конечно, супер обидно, но чё ж теперь, не все же должно кончаться хэппи-эндом. Неудачи тоже случаются, и как бы сложно было это предугадать, потому что реально все характеристики вроде сходились. Видимо, действительно самый надежный способ это смотреть то, в каких комплектациях шли разные модификации конкретно, ну, модифицируемого ноутбука. И, соответственно, смотреть, какие там максимально были мощные процессоры, и именно такой ставить. А какие-то уже такие, с которыми этот ноутбук не шел в каких угодно комплектациях, такие уже ставить как бы, может, заработает и будет нормально, а может и не заработает. Ну, по крайней мере, оперативку увеличил, тоже будет не лишним. Вот. И, кстати, апгрейд процессора я все равно не оставлю. Теперь-то, по крайней мере, я уже знаю, какой брать. Я не помню уже точно, какие там Pentium B960 и Pentium 2020, по-моему, так. У B960 там частота чуть поменьше. Я уже нашел Pentium 2020. Там за 1000 рублей его можно взять. Он, конечно, будет послабее все-таки, но все равно он будет мощнее, чем то, что здесь сейчас установлено. Он будет на порядок мощнее. И графика там вроде тоже помощнее. Потому что со временем ноутбук будет использоваться для моделирования, там, для рендеринга. Поэтому процессор помощнее нужен. И со временем также жесткий диск буду менять, поэтому, возможно, кстати, следующее видео по апгрейду будет как раз-таки замена уже процессора на тот, который точно подойдет, и замена жесткого диска, потому что здесь он реально очень медленный. Вот, ну, в общем, вот так вот, Виктор Пакедова.